Всем доброго дня! Я приветствую вас на своем канале. И сегодня я буду готовить овсяный батончик к чаю. Я приготовила емкость, где буду готовить тесто на кефире. Этот батончик будет для просеивания муки. Вот такое вот ситечко. Мерный стаканчик, в нем 250 миллилитров. Нам понадобится сегодня для такого батона кефир. Я взяла 2,5%. Добавлять буду семена льна. Вы можете не добавлять, если не любите. Сода. Чайная. Соль, сахар. И однозначно, да, растительное масло. И два вида муки. Мука пшеничная. И мука овсяная. Почему я говорю батончик к чаю, а не хлеб? У меня есть много видео записано, вы можете их увидеть на канале. Но сегодня вы посмотрите, да, потому что вот на овсяной муке он не как хлеб получается, а как немного так похожий на кекс. Но тем не менее очень вкусный. Можно, конечно, кушать и с различными блюдами, но к чаю вообще замечательно. Я вылила кефир, теперь я добавляю сюда чайную ложку соли, не с большой горкой, просто чайную ложку соли, чайную ложку соды. Кефир перед приготовлением лучше немного подогреть, если он у вас был в холодильнике. Теперь столовую ложку, ну, практически с горкой сахара и 3 столовых ложки растительного масла. Ну, подсолнечного или горчичного. Не рекомендую использовать льняное, а его лучше кушать в свежем виде. Так, высыпаем сюда семена. Можно мак, кто любит, можно какие-то еще добавки. Ну вот, мне вот больше нравится так. Размешиваем хорошо до однородной массы. Оставляем минут на 5. На 5, на 10 минут это все постоит, да, и вот видите уже вот изображение, вот сейчас, да, видно вот такое вздутость такая, брожение пошло. Хорошо перемешали и просеивая добавляем муку. Можно заранее просеять. Я делаю вот таким способом, потому что, в принципе, я пеку практически на каждый третий день. Вот, я уже приноровилась вот таким способом. И мы, значит, берем для этого рецепта 2 стакана муки пшеничной. Просеиваем. И мы берем 2 стакана овсяной муки. У нее немножко другая консистенция, поэтому я и назвала свое видео как батончик к чаю. Вот видите, она такая, структура у нее влажная. Она очень тяжело просеивается. Но тем не менее, я это делаю. Можно ложечкой помочь перемешать. Но вот 2 стакана нужно просеять. Даже когда овсяные хлопья бывают, я перемалываю, если муки нет, и добавляю в хлеб при выпечке, то мука получается вот как бы такая немножко сыроватая. И батончик он получится такой мягкий, как кексик. Все, мы просеяли. Вот остатки я сейчас уберу. Ну и такие же там капушки остались. Ну, все, убираем. Так, сейчас мы все это перемешиваем.
просто ложкой активно. Здесь мы не будем вылепливать такую булку, да, вот как в общем понимании, может быть, надо делать замес теста. Кто первый раз смотрит мои видео по выпечке хлеба, вот, я объясняю вам, значит, и показываю. Вот такое вот тесто, казалось бы, да, рыхлое, влажное, муки досыпать не нужно, оно должно быть такое жиденькое. Если вы досыпете муки, оно будет тяжелее, и при выпечке сама булка получится такая тяжелая, плотная. Чтобы более воздушный получился хлеб, ну или в данном случае батон к чаю, нужно, чтобы смесь вот эта была такая мягковатая, жидковатая. Затем вот на дощечку мы насыпаем немножко муки, и то, что у нас получилось, наше тесто, мы аккуратно ложечкой выкладываем на доску. В это время я включила плиту, она у меня уже разогревается. И нашу булку, наш батон мы будем помещать в разогретую духовку при температуре 220 градусов. Вот так мы все выложили и формируем наш батончик. Я приготовила заранее противень, накрыла его, ну, положила вовнутрь фольгу. Я делаю так всегда. Можно положить бумагу для выпечки, можно ничего не ложить, если у вас нормальная духовка. У меня просто изначально, когда я училась печь домашний хлеб, почему-то все время донышко пригорало. Я пробовала разные способы, вот, но в конечном итоге вот хороший хлеб получился. Ну, видите, какое тесто получается мягкое, такое пушистое. Вот чуть-чуть мы прямо его повымесили и формируем батончик. То есть для того, чтобы это в моей духовке, для того, чтобы не пригорало, я выкладываю сначала лист фольги. Так, сейчас я формирую батон. Он не должен быть сильно широкий, сильно высокий. Вот такая вот булочка. Обязательно мы берем нож и делаем надрезы. Ну, делать я это буду уже когда вот, перед тем, как поместить в духовку. Еще раз сейчас поправлю, чтобы он получился ровненький и красивый. И ножом мы сделаем, обязательно нужно делать эти прорези, чтобы наш батон хорошо протекся. И все, и помещаем в духовку. Температура сейчас у меня в духовке 220 градусов. Вообще выпекание время 220-230 градусов. Через 30 минут, то есть ровно 30 минут идет выпечка, через 30 минут я достаю батон из духовки. Вот такой красавец, румяный, пахучий, ароматный. К сожалению, видео не может передать запаха, но я думаю, кому понравится рецепт, вы можете попробовать и убедиться в этом сами. Я проверяю на... Сейчас буду проверять на то, как он пропекся, но изначально я убираю его, перекладываю на доску, надо снять с противня. И обычными зубочистками я начинаю прокалывать батончик. Если прилипает тесто к зубочистке, значит, он еще не пропекся. Нужно назад быстренько его в духовку и подержать еще минут 5, может быть, 10. То есть духовки у всех разные, и надо отрегулировать свое время выпечки. У меня вот на ничего не осталось. Не прилипает тесто, значит, все хорошо пропеклось. И я накрываю батон чистеньким полотенчиком для того, чтобы он немножко потомился, дошел, и потом его можно уже будет резать и кушать. Ну, прошло буквально минут 15. И вот такой получился батон к чаю в разрезе. Так, еще раз скажу, да, что он такой немножко по текстуре похож на кекс. Вот, но он абсолютно не сладкий, как кекс. То есть можно намазать маслечко, положить сырочек. Ну и, в общем-то, все то, что вы любите. Ну, на самом деле, вообще, конечно, очень вкусно. Кто был сегодня со мной, я вас благодарю. С вами была Мария Смольникова. На сегодня у меня все. Пока-пока.